Прошло около 6 часов с момента опубликования очередного видео по цене на мотоблок, который заказывал за 20 637 рублей. А сейчас цену снизили на 4 рубля, то есть 51 326 рублей. Ну а 6 часов назад была 51 330 рублей. Ну, по-прежнему их как бы осталось 4 штуки. И что интересное, мотоблок печенек, который был 24 с копейками, сейчас стоит практически 30-ник. То есть на печенек цену подняли, ну, на 5000 с копейками. И также пропала табличка, что 15 дней до окончания акции. Также в наличии осталось 4 штуки. Какой-то наебалово, блядь. Чистой воды. Цвет мотоблока желтый, рестайлинг, 24-й год. Тип сцепления многодисковый. Семь шесть килограмм.